Вы когда-нибудь летали за грибами на самолете? Я лично нет. Если интересно, то полетели. В дальние дали. Сказочный лес. Вот и оказались мы с вами в сказочном лесу. Внизу горная река, позади остался дымок от деревеньки. Ой, сегодня мы в Колхидских лесах. Поэтому многое будет колхидское. Колхидский тис, колхидская ирга, колхидский мох, папоротник. Очень многое в лесу будет колхидское. Ну и, конечно, как любитель грибов, я надеюсь найти здесь хотя бы один гриб. Ну, трюфель — это мечта. Ну или маленькую лисичку. Так вот, любовно. Плющ колхидский оплетает все деревья. Папоротник, листовик. И поднималась все выше и выше, и вдруг перед моим взором открылась живописнейшая картина. Невероятной красоты река изумрудного цвета была зажата между двух белоснежных скал с обрывистыми берегами. Вот так выглядит дуб в тропическом лесу. Что пальмы, лавра, вишня. Гриб Траметис разноцветный. Гриб несъедобен. Часто используют в традиционной китайской медицине. Пока мы в лиственной части Колхидского леса. Можно бесконечно любоваться деревьями, окутанными в мох. И, наконец, ты осознаешь, что ты оказался в реликтовом лесу. Вот она красота. Причудливо свисает мох, придавая загадочный вид лесу. Дуб. Классика. С северной стороны мох, а с южной солнышко. В наших северо-западных лесах висит уснее, а здесь некера утолщенная. То солнце, то дождь. Конечно, пока никаких грибов мы не нашли, но в таком невероятно сказочном лесу разве дело в грибах? Хотя я слышу их запах. Сойка, что ли, кричит? Ух. Вот это дуб. Такое ощущение, что наши северо-западные птички
прилетели именно сюда. На зимовку. Как любого грибника-любителя, конечно, меня не покидает надежда обнаружить цезарский гриб. Это такой необычный гриб желто-оранжевого цвета, который появляется как из яичной скорлупы. Хотелось бы найти. Смотрите, какова красота. Наши первые находки. Гриб-паразит, трутовик настоящий. Кстати, интересный факт. Если трутовик сухой зажечь, то дым от него является отличным антимоскитным природным средством. Еще одно творение природы. Гриб, напоминающий рядовку лиловую. Или, скорее, синюю. А это местная сороконожка. Ну что, мы двигаемся дальше. Неизвестность нас не пугает. Красота, лепота. Ой, а впереди, смотрите, какой тис. Гигантский. Так, ничего себе. Смотрите, какая красота. Как его полюбил мох. О, чудо. Ой, давайте посмотрим поближе. Чудо. Да это голова сказочного оленя. Красота. Или голова медузы Горгоны. Так, а этот? Так. Какая красота! Ой-ой-ой-ой! Как будто бы елка новогодняя уже готовая к встрече Нового года. Ой, красота! В древности тис использовали для изготовления саркофагов. Кстати, под тисом нельзя долго находиться. Он выделяет ядовитые вещества. Ну вот, дорогие грибники-любители. Вот они. Вот они. Все-таки удалось мне найти вороночник рожковидный. Это они. Это они, черные лисички. Так. Вот еще мы нашли красоту неописуемую. Так.
Гриб рейши. Тут и эколокированный, или гриб бессмертия. Очень редкий вид. Краснокнижный. Так. Когда такое чудо цветет, так можно про грибы и забыть. Еще та. Так. Что? Продолжаем нашу прогулку по лесам колхидского типа. Ох, опыта у меня нету в таких лесах собирать грибочки. Целые заросли лавра вишни. Обнаружен какой-то вид грибов, похожий очень на морские ракушки. Может быть, он так и называется, гриб. Морская ракушка. Так. Привет. Местный тропический кот. Добралась до места слияния двух рек, Большая и Малая Хоста. Чудо! Настоящий каньон. Красота! Вот это да! Я надышалась кислородом. У меня даже немного кружит голова. Потрясающе. Это просто чудо. Красота. И полная гармония. Цвет изумрудный. Ой, глаз не оторвать. Кажется, можно так сидеть и смотреть вечно. Mm-hmm.
Вообще-то называется база отдыха у чертовых ворот. Освежающе, бодряще. Черная лисичка на Черном море. Гриб 4-й категории. Европейский деликатес. Ну вот, дорогие грибники-любители. Вот они. Вот они. Вот они. Красавицы. К сожалению, в видеокамере память у меня накрылась. Все-таки удалось мне найти. Да, черные лисички. Да, все-таки удалось. К сожалению, не смогу вам показать, как я их собрала. Но это счастье. Счастье, смотрите. Свеженькие, красавицы. Просто они бархатные. Вообще эти грибы немного напоминают петунью, да? Цветки петуньи. Колокольчики. Да, да, колокольчики. Вот так вот, дорогие мои. Ходить нужно. Субтропический лес просто ждет. Приезжайте в гости. Места никакие не секретные. Я лично вышла из поселка Рассвет. А говорят, что... О, вау, какой лопушок. Вот вам красота. Очень мало этих лисичек обычно. Ой, а у нас в этом году был очень лисичий год. Самшитовая роща. А, самшитовая роща.